Здравствуйте, друзья мои, с вами Садреддин. Я вот второй раз приехал в горы. Это Chimney Rock State Park, национальный парк в Норт Каролине, в Северной Каролине. Вот здесь вот такие прекрасные места. Я выбрал специально место, чтобы видеть вот водопад, самый высокий водопад вот здесь. Сделать вот такую вот картину хочу. И здесь и небо красивое, и облака белые движутся. И если успею, сделаю вторую картину. Вот здесь скала, и на скале флаг американский. Это обзорная башня такая, естественная. Я там был. Оттуда я тоже сделал очень хорошие виды на пейзаж. Снимки сделал и нарисовал эту скалу, я находясь внизу, у подножия, на автостоянке. Теперь с этой стороны, с этого ракурса я буду писать тоже эту картину. Итак, я начинаю писать картину. Я разместился вот здесь вот под деревом, но солнце подступает. Тень уходит дальше. Ну, посмотрим, что будет дальше. Здесь у меня вот холст 16×20. Так, здесь у меня, значит, растворитель. Палитра у меня здесь вот такая замечательная, Сиена. Ну, бананчик я должен перед началом перекушу. Здесь вот у меня, значит, кассета для красок. Вам покажу тоже. Так, здесь у меня ланч, а здесь вот краски, масляные краски, разбавитель. Здесь масло, лак и растворитель тоже в этих маленьких бутылках я вожу с собой. Так, здесь у меня кисти. Здесь еще другие принадлежности. Вот в этой кассете все необходимое. Итак, я начинаю. Приступаю. Сделаю, значит, первую картину вот водопад. Потом вторую картину постараюсь успеть написать этюд этой скалы с американским флагом. Это, естественно, такая каменная башня. Обзорная. Туда я поднимался. Оттуда вид не передать, замечательный, на горы, на впадины, на низменности. Да вообще красота. У меня есть фотографии, я и эту тоже картину напишу. Ну так я приступаю. А вы мне пожелайте удачи.
Вот, друзья мои, подпись поставлен, значит, работа завершена. Теперь можете посмотреть. Я сейчас вам покажу все. Вот теперь я картину покажу вам поближе. Вот, сделано, значит, текстурно. Вот сам водопад. Прошу в комментариях дать оценку. Напишите, как получилась моя картина. Я буду благодарен вам. Так, всего хорошего. С вами был Садреддин. До следующих картин.